Сейчас будешь заснять? Иначе, да. Даже есть какой-то эротизм. Так. 22-е. Сейчас, подожди секундочку. Дорогие друзья, проведем небольшой эксперимент. Разместим ролик на мобильном репортере. Сегодня 22 мая 2013 года. Московское время 12:02. Мы наблюдаем переход. Подержи, пожалуйста. Вот камеру подержи, я просто здесь пройдусь. Где-то вот так. А здесь гуляет огромное количество мам, пап, дедушек и бабушек, которые живут вот в этих домах. Пусть их не тысячи. Возможно, это всего лишь одна мама, но она не может здесь пройти, дорогие друзья. Проведем социологический эксперимент. Мы разместим этот ролик в сети интернет и посмотрим, когда будет установлен этот мостик. Поселок Барвиха, а вверху нас ждут ясли. Остановка ясли. Так и говорят, что здесь с детьми гуляют, дорогие друзья. Обратите, пожалуйста, внимание на содержание этого моста. А мы дальше с усилием идем вверх в горку. Стоп, снято специально для мобильного репортера и телеканала «Вести».